Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всем привет, всем привет. Ай, радостное настроение. Мамки, сегодня радостное настроение, да? Погода у нас, слава богу. Тучи ходят, дождя нет. Дождика нет, дождика нет. У нас был сегодня обед на улице. На улице. На улице. Ой, муж таскает землю на грядку навозную. Муж. Алло. Буду садить кабачки. Кабачки. Кабачки только там на участке посадила. Здесь еще не садила. Так, вот такие вот у меня кабачочки. Кабачочки и тыквы. Так что будем садить. Так, семена я не замачиваю. Не знаю почему. Почему-то я не замачиваю. Не буду замачивать. В общем, огурцы я нынче тоже не замачивала. Посадила россыпью. И у меня все прекрасно взошло. Гряда у меня нынче. Смотрите, какая. Муж мне сделал такую гряду. Такую, прям размером. У-у-у. Прям большую. Прям удобно так подходить к этой гряде. Так, вот. Вот я во весь рост. У-у-у. И моя гряда. Так, земельку я разровняю. Почему он не насыпал? Сейчас мы ее разровняем. Так, получилась вот такая вот грядка длинная. В прошлом году сюда садила огурцы. На камеру еще ни разу ничего не садила. Так что дай бог, чтобы все взошло. Будем садить. Тыквы и кабачки. Семена у меня домашние. Собирала в прошлом году. Беру я вот так вот их, не жалеючи. И не жалею, тебе беру. И танцуем, и танцуем. Муж смотрит. Оп. Оп. И притрусили. Что взойдет, вырвем лишнее. Семена же не покупные. Да? Сейчас муж поливать будет. Неси скорее, дорогой, эту леечку. Оп. Оп, оп. Вот так, оп. Земелькой так. Раз. А вот еще, вот еще. Так что семян много. Все, что вылезет, будет лишним. Мы уберем. Главное, чтобы взошло. Я когда вот так сажу, всегда всходит. О! Так, я огурцы, девчонки, также сажу. Поливай. Главное в радость, в удовольствие, чтобы не напрягаться на огороде. Да? Да, дорогой? Главное не напрягаться. Ну, а семена не покупные. Конечно, если покупные, но когда садишь по одному семечку, ждешь, дождешь, оно как назло не всходит нифига. Так что, чем больше, тем лучше. Ну, туда так сделаем. А тут я уже зафигарил. Немножко так раз. И еще. Что лишнее повырываем, да. На другое место пересадим. Вот. Так, ну вот. Вот так вот, в общем. Остатки. Остаточки, остаточки. Там еще немножко осталось. Нет. Не знаю только, что у меня смешано. Тыквы, кабачки, все смешано. Все, в общем. Вот и все. Засадила я. А, засадила. Радость. А издалека это вот так. Забор, правда, страшный, надо менять. Так что вот, пока вот так. Потом все кабачками зарастет. И будет. Так, а теперь мы в теплице. По такому же принципу я сажу огурчики. Огурчики. Семена свои, покупные покупала, там их очень мало. Нашла свои, слава богу. В общем, ухажеры сажу, зятьки садила. Нынче зятьков нету, одни ухажеры. Так что вот, помидоры. Помидоры мои, конечно, еще не подвязаны, ничего. Но я положила, в общем, чтобы избавиться от сорняков. И сохранялась влага. Влага хорошо сохраняется. Сейчас вот тепла, конечно, нету, но когда жара, у нас очень быстро в теплице высыхает сторона солнечная. В общем, сено
Сено, не солома, у меня сено. В общем, хорошо я наложила, мы полили. И влага остается очень удобно. И посмотрим. Первый год я так, девчонки, делаю. В общем, посмотрела. Подсмотрела у кого-то. Так, сейчас огурчики. Огурчики у меня очень даже... Ага, плохо видно. Плохо видно вот так. Показать хочу свои огурчики. Я еще их не рассаживала, огурчики. Я лучше камеру вот так вот взять, наверное. Так, огурчики мои. В общем, вот так вот они у меня зашли. Мои огурчики, я думаю, все видно хорошо, да, вот так вот? Видно. Вот поскольку штук даже вот бросала, прям не жалею. Ну, не жалела, вот как сейчас кабачки садили с тыквами. Точно так же. Лишнее я уберу. Зато они у меня очень так вот прям раз и сходят хорошо. Потому что когда скидаю по одному семечку, ни хрена это семечко ждешь, я не знаю, где оно там за... Где оно там теряется, в общем, ну... Не люблю я. Я сажу по своему методу. В общем, у меня свой такой метод. Вот. Лишнее, оно лишним не бывает. Оно, в общем, переходит на другую грядку просто. Вот и все. В общем, вот так, девчонки. Кому-то, если заинтересовало, делайте так же. Я делаю так. Мы уже дома, посадили кабачки, посадили тыквы. Кто-то скажет, поздно. Я нынче, девчонки, не торопилась, девчонки, мальчишки, ребята. В общем, я нынче не торопилась, прическа у меня, это я на ТикТок видео снимала, прическу себе делала. Вот, я нынче не торопилась, потому что погода у нас холодная. Ну, надеюсь, что, как говорится, вырастет, дай бог. В общем, сейчас пришла домой, вспомнила, что мне нужно поставить варить творог. В общем, девчонки, кто-то спрашивал там рецепт творога. Рецепт прост. В общем, ставлю молоко в теплое место. Молоко превращается в простоквашу. Сверху образовывается сметана, потому что творог этот с молока, не с собрата. Некоторые пропускают через сепаратор, в общем, сливки, а собрата делают, в общем, ставят и делают творог. У меня творог не обезжиренный, получается, на молоке, ну, потому что у меня нет сепаратора. Вот. Так что сметану мы снимаем сейчас. В общем, давай, дочь, ближе сделай, чтобы вместе. Нет, как-то ты там закрываешь, иди сюда. Нет, вот сюда. Сюда. Так, не, Данечка, не щекоти его. В общем, сметану поснимали, а простоквашу мы выльем в ведро, в ведре варю. В таком большом ведре варю творог. В общем. Ну. Так что. Так, ты сняла мне это здесь, ага. Так. Вот такая вот у нас простокваша. Прям видно, да, вот так? Сейчас я вылью. Темновато, надо было лампу включить. Так, в общем, вот так вот всю простоквашу выливаем. Выливаем. Тут я не доснимала сметану, что ли? Немножко сверху. Домашняя сметанка. Вкуснятина. Кто жил в деревне, знает. Простокваша крупная такая. Прям хорошая простокваша. Вот так вот выливаем. Выливаем. Так, еще у меня. Так, вот такая вот у меня простоквашка. Простоквашка. Сметанку сняли. Сейчас поставим на медленный огонь. Так, вот такой вот медленный я поставила огонек. По времени, не знаю я по времени, сколько я буду варить. Вот засеку. Время 10 минут. 10 минут 6. Посмотрим, сколько будет вариться творог. Я никогда не засекаю, ставлю на медленный огонь. Отделяется, в общем, появляется сыворотка. Творог створаживается. О, и все. И получается
Получается прекрасный творог вкусняцкий. Дети очень любят творог. Вот, творог закончился. Сейчас мы сварим свеженький. И, в общем, вечером Виталя у нас 8 часов. У него какой-то режим, в общем. 8 часов он будет кушать свежий творог. Пока варится творог, поедем посмотрим на тот участок. Саша, вперед! Да, поехали. Такая у меня прическа, вообще такая рожа. К вечеру солнце выглянуло почему-то из-за туч. Погода такая налаживаться, но облачно. Дождя у нас сегодня нет. Сегодня у нас 2 июня у нас сегодня. 2 июня. Мимо кабачков проехали. Мы должны были ехать на свой участок, а поехали в магазин почему-то. Муж едет. Ну вот муж зачем едет вообще? Потому что баня у нас топится. Баня, что берут к бане? Давай уже, нормально едь. Люди посмотрят, скажут, что-то с ней вообще не ладно. Снимала видео на ТикТок, веселилась, радовалась. Ну так вот, сейчас съездим в магазинчик и заедем, посмотрим. На участке, на нашем, я поехала кабачки смотреть, зашли, нет, кабачки и тыквы. И вообще я хотела пополоть сегодня, там кое-что поделать, но не получилось. Это что-нибудь надо? Магазин. Доброцен. Давай поскорее уже, мы тут в машине, потому что я не пойду в таком виде в магазин. Что позориться, у меня там... Зайка там, у меня зайка. Ну, не просила тебя дочь вот какую-то ерунду подберет. Вот для чего это? Зачем? Вот для чего? Я вообще не говорю. Ну, какие-то золотые мимички. Кто такое любит? Мармеладки. Ой-ой. Наложил пиво, сболталась. Я говорю, сейчас окошко. Не балуйся. Смотри, балуйся. Лучше там, блин. У тебя вообще вот не хватает вообще. Хочу парк показать. Вот у нас наш парк. Ну чё? Телефон выпал из окна. Я высунула телефон из окна машины. И прикинь, отлетела. Ничего, вот такой вот у нас парк устроили нам. Не знаю, едь хоть куда. Так, я дома. Мне срочно пришлось ехать домой, потому что я снимаю видео на телефон. Ха-ха, батарейка моя чуть не сдохла. И творог мой уже готов. Если бы заехали на участок, возможно, творог бы переварился, батарейка сдохла. И опять мое видео бы было бы испорчено. Так что, так, сейчас посмотрим, блин, как мне справиться тут. Не могу справиться, блин, сейчас. Так, вот, в общем, сняла я с плиты творог, поставлю его остужать, потом будем процеживать. Разделала свою прическу. Вот кто у меня там был, зайчик. Пойду в баню я, в общем, пока мой творог стынет, пойдем в баню. Доча, готовься. Ну, что ты стоишь-то? Все, до свидания. Баня помылась, а сижу, блядь. В общем, творог у меня остыл, я его уже вот так вот изловила. Получился вот такой свежий творог. Время у нас как раз без 10:08, сынуля 8 часов почему-то кушает. Ужин у него 8 часов. Именно творогом, именно творог с бананом. Вот, вот такая вот получилась сыворотка. Кто-то из нее любит окрошку. Кто-то просто попьет. У меня сегодня сыворотка. Кстати, она не кислая, потому что простокваша не перекисла. И сыворотка не кислая. Она вкусная. В общем, вот так вот. Что хотела сказать, все забыла, потому что. О, что мы? Робить мы ничего не будем. Хотела погулять я сходить. Ну, что у тебя там все валится? На, голову сушить. Так. Голову сушить. Стирку мне надо развешать. У меня стирки, тазик вон стоит. Пойду развешивать стирку. Ну, говорю, сяду. Присяду 5 секунд. Хочу шоколадку с чаем. Шоколадка. А кто бы чаю? Налей мне чаю.
Пожалуйста, пожалуйста. Да что? Наливай, я пока сижу 5 секунд. Вот. Да, да. Саша. Так что на этом я буду свое видео заканчивать. Наснимала уже там что-то минут много показано, много наснимала. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. Доченька, попрощаемся.